думаю, это Денис Тумасян. Почему? Я, кажется, понял, почему. Можно, да, так? Да. Вырезать? Нет, конечно. НЛО. Инопланетянин. По игре футбол определять? Ваня Олейников. Какой? С другой планеты. Да, я тоже хотел. Ваня Олейников. С другой планеты человек. Вы инопланетян никогда не видели? Нет, как не видели? Конечно, видел, встречался, выпивали вместе. Потом просыпаешься, а это, оказывается, сон. Ну, я думаю, что это Саид. Я солидарен. Вечно с телефоном человек. Пару слов сделай туда-сюда. Пару слов туда-сюда сделай тоже, Сэм. Все от души. Пара дружков. Саид и Ваня Олейников. Карташов, Хохлачев. Здесь два варианта у нас. Разошлись мы чуть-чуть. Там что-то пришло. Вот это волк, да. Вот это 100%. Это волк, да. Вот это волк. Железо. Голова взрывается у него иногда. Ben Halep'te 70 arşın atlıyorum demiş adam. Да здесь все на молока подходит, если честно. Осьминог. Ну это... Осьминог. Это Женя по Мазану наоборот. Да, да, да. Я полностью согласен. Вытаскивает все подряд, как будто 8 рук. 8 рук у человека. Бревно? Ой, ну здесь сейчас пойдем по списку. Грибанов. Особенно после утренней карта тренировки. Карта прям захотел. Согласен. Игровички. Этот, ну, Колома. Колома и... Вчера я проходил, они играли с Вашином. Колома и Ива, короче. Я не знаю. А, ну, Леха Гаврилович тоже поигрывает. Гаджеты. Гаджеты. Поколение пепсикола. Пепсикольное поколение. Ракета. Пушка страшная, Орлов. Ракета это... Это пушка. Это пушка, ну это я, да. Это Орлов, Антон. Якорь. Синий. Солидарен. Согласен? 100%. 100% попадание. Телефон из 90-х, да. Это кто-то из тренерского штаба, наверное. Антон Чмолчал.